Садись. Мама. Молчи. Садись. Мама, что случилось? А он что здесь потерял? Он пришел ко мне. Зачем? Он увидел вот это и решил, что я расстроюсь. Он переживал и поэтому пришел. Только ему осталось переживать за тебя, да? Нет. Мои сыновья должны переживать за меня. Один из них убийца, другой меня не слушает. Мама! Только незнакомцы могут пожалеть меня. Иди и принеси письмо. Какое письмо? Здесь написано. Письмо, которое написал тебе Умер. Иди и принеси. Я не ребенок, мама. Не принесу. А ты вообще делай, что говорит мама. Я боялся расстроить тебя. Пожалуйста, не вини никого. Злись на меня. Обвиняй меня. Я бросил тебя. Бросил до того, как оказался в тюрьме. Это сделал я, Мэрт. Это правда. Я совершил это ограбление. Я убил человека. Я виновен. Я виновен. Я не мог сказать тебе об этом раньше. Мне не хватало мужества. Прошу тебя, вспоминай меня таким, каким ты видел меня до ограбления. Я сделал такое, что уже не знаю, кто я. У меня к тебе последняя просьба. Умоляю тебя, забудь обо мне. Не вспоминай меня таким, каким я стал после ограбления, потому что дальше все было ложью. Меня больше нет, братишка. Забудь меня. Все? Все. Хорошо. Теперь сожги это письмо. Сожги, я сказала. Я сказала, сожги. Он твой брат. Что бы он ни сделал, убил человека, превратил мир в пепел, ты обязан быть рядом с ним. Смотри на меня! Я так воспитывала тебя! Я этому тебя учила! Как тебе не стыдно? Он твой брат! Мама, брат? Вы братья! Смерть не разлучит вас! Вина не разлучит вас! Вы одно целое! Как вам обоим не стыдно? И тому, кто написал это, и тому, кто поверил в это. Это не Омер заставил тебя стыдиться, а ты заставил меня стыдиться. Как тебе не стыдно? Мама! Иди к себе. Мне не нужна твоя помощь. Иди к себе.
Омер! Ты заставил меня стыдиться, Омер! Мама, нас услышат! Пусть слышат! 12 лет! Мы жили без тебя 12 лет! Нам сказали, что тебя убили! Мы оплакивали тебя! Каждый день, каждый божий день Мэрт повторял: «Брат, мой брат, мой брат!» Я пытался защитить вас! Не надо было! Мне не нужна такая защита! Мама, ты не понимаешь! Что не понимаю? Что ты забрал у брата единственную надежду? Что ты солгал и заставил нас стыдиться? Что не приходишь ко мне, чтобы обнять меня? Ну и не надо! Я не хотел, чтобы с Мэртом что-нибудь случилось! Но случилось! Он гордился тобой! А ты что сделал? Ничего такого не было бы, но ты солгал! Зачем такая месть? Не говори так, мама, ты не знаешь, что они сделали со мной. Не только с тобой, со всеми нами. Но они не сломили нас. Мой сын должен был вернуться в свое гнездо. Мой сын заслуживает быть дома. Но не ты. Не ты, Омер. Омер заслуживает. То, что делаешь ты, никогда бы не сделал мой Омер. Ты был прав. Они изменили тебя. Они испортили тебя. Мама, только ты... Кого ты называешь мамой? Я тебе не мама. Эзель тебя зовут. Ты не нравишься мне. Уходи, пусть мой сын придет. Передай ему, что я хочу видеть своего сына. Я хочу, чтобы ко мне пришел Омер. Я хочу, чтобы ко мне вернулся мой сын. Мама, мама! Уходи. 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 Омер знает, когда вернется. Он единственный и поступает по совести. Он всем и тебе в том числе покажет, что он невиновен. Уходи. И не приходи, если не будешь с моим сыном. Не приходи в этот дом. Ты понял меня? Не приходи в этот дом.